Всем привет! Меня зовут Вика. С вами на связи Фабрика памяти. Сегодня мы поговорим об эко-привычках. Ловите полезный совет. Всем известно, что пластик долго разлагается. Совет первый. Откажитесь от пластиковых бутылок и используйте стеклянные многоразовые. Бросовому материалу нужно давать две жизни. Совет второй. Проявите фантазию и делайте игрушки, например, крестики-нолики. А если хотите принести пользу окружающему миру, тогда вперед. Совет третий. Помощь в ваших руках, например, вот такая коробка из-под сока или молока. Ой, кормушки для птиц. Совет четвертый. По возможности уменьшите пищевые отходы. Подумайте. Ведь, например, корки от апельсина можно добавить в чай. Это и вкусный витаминчик С. Ой, батареечка-то на исходе. В общем, утилизируйте батарейки правильно. Найдите пункт приема. Это и есть совет 5. Пока.